Певица Максим обратилась к слушателям после сорванного концерта в Сочи. «Вчера артистка ушла со сцены, не завершив выступление. Я искренне прошу прощения у всех, кого вчера подвела, у тех, кто готовил концерт, у своей команды и самое главное, у вас, мои любимые зрители. Спасибо всем, кто остается небезразличным и присылает мне слова поддержки. Я всегда стараюсь выкладываться на сцене по полной, но никто не застрахован от неожиданностей, включая плохое самочувствие. Поднялось давление, закружилась голова, пропал голос. Была вынуждена отдать микрофон звукорежиссеру и покинуть сцену», — сообщила певица. Артистка пообещала вернуть зрителям деньги за билеты, однако отменять тур «Я буду жить» после инцидента она не стала. Певице Максим стало плохо во время концерта на курорте «Роза Хутор». Она попыталась продолжить выступление, но в итоге ушла за кулисы.